На селекторном совещании правительства Узбекистана 27 февраля министр МВД Пулат Бабаджанов объявил о назначении Алматова на должность своего советника. По некоторой информации, ему будет поручена координация деятельности по борьбе с коррупцией в силовых структурах. Закир Алматов в прошлом руководил данным ведомством на протяжении 14 лет и был отправлен в отставку после печально известных андижанских событий. Алматов всегда считался одним из ближайших соратников Ислама Каримова. На протяжении пребывания на посту главы МВД полностью поддерживал и принимал активное участие в подавлении исламского возрождения в стране. В санкционном списке, принятого Евросоюзом после андижанских событий, его имя возглавляет список из 12 чиновников, которым запрещен въезд на территорию ЕС. По словам исследователя Human Rights Watch по странам Центральной Азии Стива Свердлова, Закир Алматов причастен к очень серьезным преступлениям, которые не имеют срока давности.